Всем привет! Сегодняшнее видео для тех мам, которые хотят от жизни больше. Очень часто меня спрашивают: Света, вот я нашла ваш канал недавно, я начала ваши книги читать, так много информации, я не знаю, с чего мне начать, я понимаю, что я хочу больше успевать с детьми, хочу меньше уставать, хочу улучшить отношения с детьми и с мужем, что мне делать, как мне продвигаться вперед? Вот если у вас есть такие вопросы, если вы хотите понять, как себя организовать, с чего начать, что самое главное в этом, оставайтесь со мной, в этом видео я дам вам все ответы. Сразу скажу, что я буду рассказывать про свой курс «Минимализм для мам» и почему он на самом деле может изменить вашу жизнь, поэтому если вы не хотите коммерческих видео, можете не смотреть. Вот, но тем, кому интересно, кто хочет больше, чем просто посмотреть видео, чем просто подумать: «Ой, я хочу как Света», «Ой, я хочу по-другому», если вы хотите изменить вашу жизнь, то это видео для вас. Как вы знаете, 5 мая я была в Киеве, я проводила конференцию, которая называется «Минимализм для мам». Главный смысл, главный посыл, который я хотела передать участницам, был в том, что главный жизненный секрет успевания в том, чтобы упрощать, в том, чтобы делать меньше, но успевать самое главное. Наша жизнь слишком занята, и мы очень во многом перегружены. Мы перегружены информационно, у нас слишком много событий, мы слишком за многим хотим угнаться, у нас слишком много дел. Нам все время недостаточно, ни времени, ни сил, ни нас самих недостаточно. И вы знаете, вот эта вот культура недостаточности, что надо чего-то больше, надо быстрее, надо сильнее, она очень сильно портит жизнь современным мамам, современным женщинам. Вот, и я сама была такой, вот я поняла, что надо упрощаться, надо выбирать самое главное, самое драгоценное, надо выбирать цели, сокровища в своей жизни и им посвящать свое время. Поэтому на конференцию «Минимализм для мам» я приехала очень вдохновленная, потому что это было то, что происходило в моей жизни, это то, что улучшало мою жизнь, я это смогла сформировать в целый курс, я сейчас вам о нем расскажу. У нас было 4 семинара «Простое планирование», о том, как научиться просто планировать свою жизнь, как успевать главное, как отсеивать ненужное, как разбираться со своими хомячками, про хомячков тоже вам расскажу я скоро. Следующий семинар был о простом порядке в вещах, о том, как расхламиться, как перезагрузить свое пространство, в котором вы живете, как наконец-то избавиться от всего лишнего, как совладать с игрушками, одеждой и всем остальном. Это был семинар о простом порядке в вещах. Следующий семинар был «Простое воспитание». К сожалению или к счастью, тема воспитания, она касается всех нас, и очень у многих проблемы воспитания детей. Я это знаю, потому что у нас были проблемы очень большие, мы разобрались, и я поняла, что на самом деле есть простые и очень действенные методы, которые помогут вам наладить отношения с вашими детьми и влиять на ваших детей. Это был семинар «Простое воспитание». И был семинар о простом здоровье, потому что если мы не здоровы, если у нас нету сил, энергии для того, чтобы там планировать, убирать, воспитывать детей, что-то организовывать, ничего не получится. Поэтому нам очень нужно быть здоровыми. И на самом деле в этом тоже нужен минимализм. Есть простые, элементарные вещи, которые вы можете сделать для своего здоровья сами, без финансовых вложений, без временных затрат очень серьезных, без затрат времени. Вы это можете сделать для себя, и вы будете чувствовать себя лучше, намного, намного, намного. Это был 4-й семинар нашего слета «Минимализм для мам». И вы знаете, после этого слета я получила столько отзывов от мам, которые были на моих семинарах и во время конференции, и после конференции. То есть мне кажется, что ни одна женщина не ушла без какого-то решения, без понимания, как изменить свою жизнь. В этом курсе есть большая рабочая тетрадь, тоже сейчас вам ее покажу, которая помогает шаг за шагом, листочек за листочком продвигаться вперед, понимать, что не так в вашей жизни, и как вы сами минималистично, с минималистичными вложениями можете это изменить, как вы можете свою жизнь к лучшему. Вы знаете, этот курс, он очень-очень дорог моему сердцу, и я верю, что он может изменить вашу жизнь, если вы этого хотите. Поэтому дальше я покажу вам, из чего состоит курс, что внутри, и вы сможете понять, надо вам это или не нужно.
Дорогие мои, сейчас я хочу вам показать и объяснить, почему запись слета FlyMom «Минимализм для мам» важна лично для вас. Во-первых, хочу показать вам, что вы получаете, когда вы оплачиваете этот курс. Вы попадаете на наш закрытый сайт, и здесь лежат все-все мои обучающие курсы. Среди них есть слет FlyMom 2018 «Минимализм для мам». Итак, вы заходите в папочку, где лежат записи слета, и здесь вы найдете 4 семинара нашего слета и полную запись слета. Во время слета мы вели трансляцию, и где было записано, по-моему, около 8 часов, вот вся наша конференция. Эта запись, она доступна вам прямо сейчас, вот тут сколько, 8:47. Также вы скачиваете рабочую тетрадь. Кроме этого, у вас будет доступ ко всем 4 семинарам в профессиональной красивой записи, уже отдельно. Смотрите, вот я захожу в первый семинар, и здесь вы найдете, во-первых, видео, в котором вы можете посмотреть конкретно этот семинар. Вы можете скачать слайды, и вы можете скачать рабочую тетрадь. Из моего дропбокса вы ее закачиваете и начинаете заполнять. А вот моя гениальная тетрадь «Минимализм для мам». Я очень ее люблю, я очень старалась, когда я ее собирала для вас. В ней целых 23 листа планирования, поэтому вам будет чем заняться с этой тетрадкой. Вот, поэтому вы просто включаете видео, у вас есть распечатанная тетрадь, у вас есть слайды открытые рядом, и вы начинаете слушать меня, и когда я говорю, что девочки, заполняем лист, делаем то-то, то-то, вы это проделываете практически вместе со мной. Давайте посмотрим, как построена наша тетрадь. Во-первых, в первую очередь мы должны выяснить, зачем вам эта конференция, что вы хотите узнать, какие проблемы свои хотите решить. Это очень важно для того, чтобы вы поняли, что у вас болит больше всего, какие проблемы вы хотите решить, и тогда, когда вы будете меня слушать, вы будете пытаться найти решение для вот ваших проблем, для того, что у вас болит. Поэтому сначала мы оцениваем, зачем мы здесь. Дальше, следующий лист планирования очень важный. Это лист для актуальных привычек. Вы будете слушать целых 4 семинара. Если будете смотреть запись трансляции, там почти 8 часов, то есть информации много. И этот лист, он сделан для того, чтобы вы могли выписывать сюда актуальные привычки, которые вы хотите впоследствии приобрести. Например, первый семинар будет по планированию. Вы слушаете, и то, что вам отзывается, то, что вам откликается, вы записываете в этот лист. Потом про порядок в доме, потом про здоровье, потом про воспитание детей. И этот лист, он будет помогать вам сверяться и понимать, что я уже, какие привычки у меня есть, каких привычек у меня нет. Поэтому это очень важный лист для того, чтобы слушать все семинары. Следующий шаг. Мы с вами оценим все важные сферы нашей жизни. На конференции мы говорили про простое планирование, про простой порядок в вещах, про простое воспитание и про простое здоровье. Перед началом изучения этих тем я хочу, чтобы вы оценили, в каком состоянии каждая вот эта сфера находится. Очень важно понимать, где вы сейчас. Потом, когда мы закончим наши семинары, когда вы пройдете всю рабочую тетрадь, вы сможете написать, о чему вы уже научились, какие будут ваши шаги дальше. Вот, но для начала нужно, во-первых, оценить вот это вот все. Следующий лист, мы будем говорить про гениальную ежедневную рутину. И вот следующий лист и часть моего семинара первого будет посвящена тому, как выстроить утренний и вечерний ритуал. И вот этот лист, он вам поможет. Вы будете следовать моим инструкциям на видео, заполнять его, и тогда вы сможете создать утренний и вечерний ритуал, которые будут работать. Дальше, многим уже знакомый лист, который есть в планере «Мои крылья». Я о нем очень детально рассказываю на первом семинаре нашего слета FlyMom. Объясняю каждый пункт, почему так нужно поступать, почему не нужно, что нужно вписывать, что не нужно вписывать. Этот лист тоже есть в вашей тетради. Самый, наверное, главный лист для FlyMom вот на данный момент. Лист, который поможет вам приобретать ежедневные привычки, которые очень важны для вас, которые помогают вам продвигаться вперед, заботиться о себе, заботиться о ваших семьях. Очень важно. Следующий лист – это неделя. Неделя, которую мы будем планировать для себя, для семьи, для людей. Здесь у нас есть чекбоксы для заботы о себе, по привычке, про дела любви тоже я буду рассказывать в семинаре, про благодарность. То есть этот лист, он тоже очень классный. Я думаю, что больше вы его нигде не найдете, только в этой тетради, поэтому очень рекомендую. И опять же, в семинарах я даю детальное описание
этого листа. Даю листочек про рутины любви, о том, что есть ежедневные вещи, которые мы должны повторять для того, чтобы строить отношения с нашими семьями. То есть тоже об этом рассказываю я в семинаре. Не очень детально, но тем не менее лист этот есть для вас, для того, чтобы вы могли вот здесь вот вписать дела любви, понимая, какие они должны быть для вас. Дальше начинаем говорить про порядок в вещах. И здесь есть лист, по которому вы сможете понять, что нужно выбросить в первую очередь. Из дому очень детально все рассказываю в семинаре, почему расхламляться, как понимать, какие вещи оставить, какие выбросить, как заставить себя выбросить, что делать с подарками. То есть очень много всего есть в семинарах, и эти листы, они сопровождают мои семинары. Дальше в семинаре я буду вам рассказывать о том, какие вопросы нужно задать вещам, которые хотят зайти в ваш дом. Какие вопросы нужно себе задать при покупке, как себя правильно настроить, потому что мы можем расхламиться, но при этом, к сожалению, новые вещи продолжают попадать в наши дома. Поэтому еще один чек-лист очень важный, очень полезный в этой тетради для вас. И дальше очень важный пошаговый план. Я называю его перезагрузка в стиле минимализм. Я пошагово очень детально рассказываю все это на видео, и вот вам есть краткий план на этом листе о том, как расхламиться, как понять, как реорганизовать ваше пространство, в котором вы живете. На самом деле есть очень классные инструменты, такие как, например, начать сначала, когда мы все выбрасываем и потом смотрим на вещи вне контекста. Умение устанавливать пределы — это очень важный момент, это как раз поможет тем, кто там собирает приданное для следующих детей или занимается рукоделием или слишком любит книги. Этот инструмент вам поможет. Один на вход, другой на выход. Миниатюризировать наши воспоминания. Расскажу про ближний, дальний круг и глубокий трюм. То есть очень много классных новых инструментов я даю вам на семинарах и даю четкий конспект вам в тетради. Следующий очень классный лист, просто бомба, это уборка по кругу. Лист, который поможет вам понимать каждый день, что нужно делать дом для того, чтобы был порядок, и при этом не надо ничего планировать. Не надо писать никаких списков, не надо писать списков уборки, не надо переписывать снова и снова одно и то же. У вас будет лист для уборки по кругу. На одном листе я даю вам идеи, объясняю, как это работает. И второй лист пустой для того, чтобы, если бы мои идеи вам не подходят, если у вас другой состав помещений, другая занятость, другие обстоятельства, вы сами заполняете этот лист уборки по кругу. Он очень-очень классный. Следующий лист для того, чтобы мы могли составить списки дел для помощников. Очень часто мы погрязаем в быту, в рутине, потому что мы сами тянем все на себе. Этого делать не нужно, нужно уметь делегировать, об этом тоже в семинарах. Тоже у нас есть этот листочек, который тоже нужно заполнять. И вот тут начинаются еще совершенно новые листочки, на которых мы учимся выделять самое главное в сфере, о которой мы сейчас говорим. Вот сейчас мы говорим про порядок в вещах. Этот лист, он поможет вам выделить главный фокус, что самое главное вам нужно сделать для того, чтобы навести порядок в доме прямо сейчас. Я рассказываю и про расхламление, и про уборку, и про хранение, и про перезагрузку помещения. Вот этот лист, он очень классный, он очень поможет вам решать буквально любую проблему, которая возникает у вас дома. Вы берете этот лист, вы задаете все вопросы, вы записываете идеи и выбираете самое главное. И вы действуете. Вот это очень важно. Следующие листы посвящены уже простому воспитанию. И начнем мы говорить о простом воспитании в семинаре о простом воспитании, о нашем источнике сил, о том, что если мы хотим отдавать нашим детям, если мы хотим иметь ресурс воспитывать детей, нам нужно восполнять свои силы, нам нужно заботиться о нашем источнике сил. И здесь будет очень такой четкий, классный новый чек-лист, вопросы, которые нужно себе задать для того, чтобы понять, как вы, как мама, можете себя наполнить, чтобы вы могли воспитывать нормально ваших детей. Следующие чек-листы тоже очень-очень классные, совершенно новые. Вот этот лист, он поможет вам, во-первых, заботиться о своем источнике сил, про источник сил ребенка, потому что дети часто себя плохо ведут, потому что у них тоже не наполнен источник сил. И дальше, смотрите, здесь я даю самые-самые сильные, самые важные, самые сильные, но самые простые в то же время инструменты, для того, чтобы строить эффективное общение с ребенком, для того, чтобы понимать его, чтобы ребенок понимал вас. Про эти инструменты я детально рассказываю
в семинаре все объясняю, раскладываю по полочкам. И здесь у нас есть место, где мы учимся хвалить ребенка, учимся хвалить себя, исправлять наши ошибки. Лист очень-очень классный. И еще один лист про мой фокус относительно воспитания, тоже я рассказываю о нем в семинаре. Тоже вот что-то происходит с ребенком в ваших отношениях, в воспитании. Этот лист поможет вам решить любую проблему. У вас какой-то ступор, вы берете лист, распечатываете и отвечаете на вопросы, записываете идеи, используя наши главные инструменты, и выбираете самое главное, и начинаете действовать. Тоже очень важный работающий лист. Следующие листы – это простое здоровье. Мы о многом говорили на этом семинаре, но в частности я опять же даю вам самые простые, самые действующие инструменты, например, вот схема сочетаемости продуктов, мы об этом тоже говорим на семинаре. Дело в том, что на самом деле, если даже вы просто начнете правильно сочетать продукты, вы будете чувствовать себя лучше. Вот. И я здесь даю пояснения определенные, очень важные, очень простые вещи, которые я очень долго не знала, и это стоило мне плохого самочувствия. Надеюсь, у вас так не будет, потому что я все это вам даю. И по здоровью тоже я даю вам такой листок, то есть если вам что-то не нравится с вашим здоровьем, вот что-то происходит, вы не можете понять, что, вы берете этот лист, вы задаете себе правильные вопросы, записываете идеи, используя главные элементы заботы о здоровье, о которых я рассказываю на семинаре, в видео, выписываете мой фокус, самое главное, и действуете. Тогда начинает что-то меняться в здоровье в лучшую сторону. Даю вам план для составления меню, тоже мы говорим об этом на семинаре. Очень важно иметь здоровую еду рядом с собой для того, чтобы было что кушать, потому что если вы голодные и нет здоровой еды, вы будете жрать все, что у вас лежит в холодильнике, не обязательно это здоровая пища, поэтому планирование меню это очень-очень важно. И самый последний лист, который я хочу вот вам предложить в этой тетради, это чек-лист привычек. У нас было 4 сферы, о которых мы говорили в течение всей нашей тетради, в течение всех наших семинаров. Это планирование, самоорганизация, это порядок в доме, порядок в вещах, воспитание и здоровье. И вот я рекомендую выбрать по одной привычке для каждой темы, для каждой сферы. Здесь вы ее записываете, какое-то конкретное минимальное действие. Вот то, что здесь вы в фокусе писали, да, мы выносим сюда в этот лист привычки. И это, по сути, трекер привычек. Мы записываем привычки, потом каждый день мы отмечаем галочки, что я сделала, что я не сделала. Это помогает нам быть организованными, продвигаться вперед. И вот эти вот все привычки, которые вы запишете вот здесь, да, слушая мои семинары, эти все актуальные привычки, с помощью этой тетради вы разберетесь, что конкретно нужно делать, а с помощью этого листа вы будете следить за выполнением того, что должно происходить, чтобы ваша жизнь менялась к лучшему. Вот такая вот тетрадь «Минимализм для мам». Итак, что вы должны сделать для того, чтобы получить максимум пользы от записи слета FlyMom? Вы обязательно первым делом распечатываете рабочую тетрадь, которую я вам только что показала, она с вами уже рядом находится. Вы скачиваете слайды и тоже можете их пересмотреть, если вам нужно. Потом вы заходите на обучающий сайт. И в данный момент у нас готова полностью запись трансляции, то есть всей конференции, вы можете ее смотреть. И уже мы начинаем добавлять семинары смонтированные. Например, первый семинар уже есть. Вы заходите, вы смотрите видео и сразу же заполняете рабочую тетрадь. Я бы вам рекомендовала выделить хотя бы час себе, где-то примерно столько длится один семинар. Вы выделяете час, когда вам никто не мешает. Вы смотрите видео без отрыва и сразу же работаете с вашей рабочей тетрадью. Тогда вы продвигаетесь вперед, и тогда вы видите, вы понимаете, где можно упростить вашу жизнь, как ее упростить. И вы это практически начинаете делать, потому что, я не знаю, имея всю эту информацию, которую я вам даю, имея вот эту рабочую тетрадь, эти листы, которые так построены, чтобы заставить вас действовать, чтобы помочь вам действовать, чтобы дать вам мотивацию действовать, вы на самом деле начинаете менять свою жизнь, упрощать и, делая меньше, успевать самое главное. Вот так вот все просто. Я верю, что этот курс может изменить вашу жизнь. И знаете, самая хорошая новость относительно этого курса в том, что он очень недорогой. За тот массив информации, который я хочу вам дать в этом курсе, за эту рабочую тетрадь, за эти 4 семинара, вы всего лишь должны заплатить 650 гривен или 1625 рублей. Вы знаете, вы можете пойти и потратить эти деньги на такую красивенькую кофточку. Вы можете несколько раз сходить в хороший ресторан. Вы можете купить духи, и то не сильно хорошее. Вы можете купить тушь для глаз, она будет стоить столько же.
1600 рублей, либо 650 гривен. Либо вы можете купить запись конференции, которая может изменить всю вашу жизнь. И вы знаете, я прошу вас, сделайте инвестицию в себя. Вложите эти деньги в себя, в свое обучение, в то, чтобы дать себе знания, которые вам так необходимы. И затем, когда у вас будет запись этой конференции, я прошу вас, просто выделяйте полчаса каждый день для того, чтобы посмотреть видео немножко, заполнить тетрадь. Посмотреть видео, заполнить тетрадь. Если вы хотите менять свою жизнь к лучшему, вам надо научиться учиться. Не ждите, пожалуйста, когда дети вырастут, когда они пойдут в школу, когда придет лето, когда будет отпуск, когда там, я не знаю, вы выйдете на работу. Учитесь сейчас. Вот вы понимаете, в чем ваша потребность, каких знаний вам не хватает, каких навыков не хватает. Прямо сейчас приобретайте их, не откладывайте на потом. Ссылка на курс «Минимализм для мам» есть под этим видео. Я буду рада встретиться с вами уже в записях семинаров слета. И спасибо большое всем, кто хочет учиться, кто хочет расти, кто досмотрел это видео до конца. С вами была Света. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео было полезным. Поделитесь с вашими подругами, пригласите их на курс. Гораздо интереснее вместе учиться, вместе меняться, друг друга контролировать, помогать друг другу. Тогда вы точно будете меняться, изменять свою жизнь к лучшему. Я надеюсь, что вам это видео было интересным. До встречи в следующих видео. С вами была Света. Пока.